Я очень порадовалась, что наша прекрасная Полина, которую я очень люблю, просто стояла и пела. Делала, в принципе, то, что должна делать настоящая певица. Она вышла, достойно спела и достойно ушла. Поэтому я считаю, что если вы действительно хотите сделать пропаганду чего-либо, то сделайте совершенно другой конкурс параллельно. У нас же есть там, к примеру, Евровидение «Дети», у нас все возможно, я не знаю, почему бы не сделать. Даже, мне кажется, это еще лучше, потому что у нас появится еще один конкурс, и все будут болеть, потому что мы отправим туда какого-то странного персонажа, а у нас их очень много. Вот. Поэтому я считаю, что на Евровидении должны петь.